Всем доброе утро. Да что ж такое с погодой творится. Снега навалило, опять минусик. Какой трафик по утрам в Вильнюсе. Вот еще один важный момент. Так как здесь будет клинкер, подоконники, верхний откос, все должно идти в одну линию, в ноль. Как мы делаем? У нас цоколь в ноль поклеен, стоит практик выставленный уже тоже в ноль. Ну, так мы берем рулеткой, мерим до верхнего откоса, вот на этом доме 2,20 до верхнего откоса. И везде 2,20 выставляем уголок. Тут повезло, окна хорошо вставлены. И по уровню везде так сильно не отличается. Ну, до полцома максимум прыгает. До полцома можно, на клинкере это не критично. Я сейчас вот внизу вот витрины углы ставлю. Другой коллега тоже с той стороны делает откос. Третий наш наверху перешпаклевывает откосики, чтобы покрасивее выглядело, а то вчера очень такая мокрая погода была, так чуть-чуть некрасиво я выставляю угол под 90, прикладываю протаз, ну и вот на 108 профиль, и вот угол 90, и все, и тогда выставляю уголок. Ну, два окошка последних осталось мне сделать, и все, с углами будет все. Длинные углы завтра поставим перед тем, как это армировать или во время армирования. Все, завтра будет такой нелегкий день. Целый дом, наверное, не заармируем, но почти весь точно. Делаю окно. Чуть голову не скрутил. Щит проломался. Ну ничего, удачно упал и живой. Да, удачно я тут упал. Когда-нибудь подробно расскажу о своих поездках в травмпункт. И ноги ломал, и через вот такой люк летал.
все откосы готовы. Длинные углы поставим завтра во время армирования. Завтра хорошая погода, где-то 12 градусов тепла. Будем армировать. Где-то за полтора дня заармируем. Все откосы сделать нам заняло где-то, ну, полтора до двух дней. Ну, мы вдвоем только делали их. Третий так что-то делал все время. 20 с чем-то окошек. Точно не считал. Завтра поинтереснее будет что снимать, как мы мясо армируем и так далее. Все, всем пока.